Владимир Ильич Ленин – великий российский политический и общественный деятель, революционер, создатель партии большевиков, создатель первого в истории социалистического государства. Также он известен прежде всего как один из вождей Великой Октябрьской революции 1917 года, когда была свергнута монархия, а Россия превратилась в социалистическую страну. Ленин был председателем Совета народных комиссаров Новой России, РСФСР, считается создателем СССР. 22 апреля ему исполнилось бы 147 лет. По всей нашей большой стране стоят памятники поистине великому человеку, в частности и в ауле Кашехабль. В преддверии его дня рождения были начаты реставрационные работы по его улучшению. Было заменено основание, появилась новая штукатурка на постаменте, освежилась краска. В итоге памятник человеку-легенде Владимиру Ильичу Ленину полностью преобразился. И все это благодаря администрации Кашехабльского сельского поселения. По словам Хазрета Борсова, уважая свое прошлое, мы уважаем и свое будущее, которое о нас заговорит в прошедшем времени.